Александр, приветствую тебя. Приветствую, Артем. Добрый день, дорогие друзья. Наконец-таки у нас с тобой очередной совместный эфир после довольно продолжительной паузы. Но ничего страшного, будем наверстывать. Тем более, что действительно, встречаясь каждую неделю, мы с тобой пробегаемся по ключевым и фундаментальным событиям и, по сути, умудряемся охватить все сектора финансовых рынков. Ты делаешь большой разбор многих акций, в том числе российского рынка, уделяешь очень много внимания рынку криптовалют. Ну, я говорю о классике, о более привычных и традиционных финансовых инструментах. Да, рынка Форекс. Поэтому, друзья, я уверен, что контент такого формата, безусловно, не может полезным, потому что мы, по сути, удовлетворяем запросы всех из вас. И каждый из вас, чем бы ни торговал, точно сможет найти какую-то информацию для себя, чтобы, опять же, убедиться в правоте собственных действий по открытию тех или иных позиций. Ну что, сейчас на рынках довольно интересно, потому что хватает фундаментального фона, провоцирующего роста волатильности. И, соответственно, это, ну, возьмем в кавычки, хорошо, потому что если говорить о причинах, которые провоцируют эту волатильность, не хочется совсем растекаться по древу и уходить куда-то в их разложение по полочкам. Но позитивный момент здесь кроется в том, что есть волатильность. Потому что если рынки активные, это, конечно же, то, что и подогревает к ним интерес. Мы все-таки спекулянты, мы, соответственно, хотим, чтобы рынки были в движениях, поэтому стараемся все это использовать. Сегодня я хочу предложить несколько идей, несколько фундаментальных сделок по следующим инструментам. Золото, которое мне очень сейчас нравится. Золото я довольно-таки давно рекомендовал рассматривать с точки зрения покупок, потому что в отношении золота был прям удивительный набор фундаментальных факторов за то, чтобы этот инструмент рос дальше. Во-первых, это повсеместный рост инфляции мировой. Это проблема, которая является краеугольной для всех. Именно поэтому центральные банки, собственно, и начинают задирать процентные ставки. И, опять же, по версии, например, Bank of America и, кстати, Citi, проблема с инфляцией не будет разрешена даже в ближайшие 3-5 месяцев. Это значит, что пиковые значения будут регулярно обновляться. И на фоне, опять же, дальнейшего роста инфляции трейдерам придется обращать внимание на наличие такого актива, который предназначен, в принципе, самим фактом своего существования, как страховки от инфляции на золото. Есть очень хорошие данные, которые сейчас указывают на то, что очень много денег заходит в фонды, которые специализируются на ETF-ах золота, которые обеспечены золотом физическим, взаимные фонды, инвестфонды. Я сегодня, кстати, на своем брифинге об этом рассказывал детально по цифрам, но хочу отметить то, что сейчас, конечно же, уже приток чистый, спекулятивный в эти фонды фиксируется в пятую неделю подряд. И эти фонды набрали за последние вот как раз 5 недель больше 4 миллиардов долларов. Это, на мой взгляд, только лишь начало, потому что многие золоту прогнозируют рост сначала до планки 1950 и потом выше. Ну, а выше это у нас уже исторический максимум, там $2050 за тройскую унцию. Волатильность на фондовых рынках тоже фактор поддержки для золота. Чем, опять же, активнее те же самые американские индексы, тем труднее прогнозировать движение и, соответственно, труднее с ними работать. Поэтому в этом случае многие также страхуются от повышенной волатильности и делают акцент на то, что сейчас растет. Золото, кстати, один из немногих инструментов, который демонстрирует такую повышательную динамику. Ну, можно взять еще японскую иену, франк, тоже как активы, которые пользуются сейчас спросом, из-за событий в Восточной Европе. Это, конечно же, фон, который, как я уже отметил, является фоном номер один, номер два и номер три. Какую бы статью мы ни открыли, какой бы канал мы ни включили, везде обсуждают эту тему. И пока она, собственно, не сойдет с экранов, друзья, считайте, что именно геополитика будет еще одним фактором, который многих будет пугать. И из-за панических настроений, неопределенности, конечно же, в этом случае золото также будет получать дополнительную поддержку. Давайте к демонстрации экрана перейдем. У меня сейчас золото открыто. Сейчас покажу, что мне кажется.
Так, друзья, 1909 долларов за тройскую унцию в моменте я рекомендую все-таки сейчас вот на этих уровнях не выкупать этот актив, попробовать подождать небольшой коррекции хотя бы в район 1890 долларов за тройскую унцию, там уже рассмотреть возможность для вот этих повторных покупок, если вы этого еще не делали. И чуть было не забыл, я всем рекомендую всегда смотреть на индекс рыночных настроений, который доступен каждому клиенту компании Amarkets, и золото сейчас прям в топовых показателях этого индекса. Большинство трейдеров золото шортит, и как я всегда говорю, золото в этом случае и актив, который активно шортят, разумеется, не может позволить заработать всем. Он идет против толпы, в данном случае продолжает вот активно расти. Тейк-профиты можно поставить на уровень 1925, а стоп-лосс забросить на планку 1875. Так, нефть, еще один динамично растущий актив. Прямо сейчас мы пробиваем локальную линию сопротивления, 95 долларов за баррель. Я сторонник, опять же, идеи того, что черное золото легко может достичь 100 долларов за баррель и выше. Особенно если Запад усилит санкционную политику в адрес российской экономики и еще больше создаст тем самым проблему дефицита, нехватки предложения энергоресурсов мировой экономики. Потому что как ни крути, но на долю России приходится более 10% мировых поставок нефтепродуктов и нефти. Мне всегда импонировала идея именно рассматривать бренды WTI с точки зрения покупок, потому что я работаю с цифрами, я вижу, что предложение существенно не достает до спроса. А поскольку мы уже долгий период времени не касались темы ковида, новых штаммов, и хорошо, дай бог, чтобы их не было, чтобы мы не уходили уже на десятый круг, обсуждая одну и ту же тему, то по мере дальнейшего роста мировой экономики, конечно же, предложение должно тоже соразмерно расти. А сейчас в адрес предложения только лишь вопросы, почему оно не растет. Страны ОПЕК+ не могут задействовать достаточное количество производственных мощностей, чтобы выполнить даже те квоты, которые они должны выполнять в соответствии с обязательствами сделки по наращиванию объемов нефтедобычи. И вот сейчас еще события в Восточной Европе, которые также заставляют всех смотреть, а что если рынок нефти утратит еще один источник поставок, к чему все это приведет. Работаем по тренду, друзья. Пока что такой фундамент обсуждается, пока он есть. Напоминаю про цели Bank of America, у них про цели 150 долларов за баррель, но я думаю, что 100 долларов – это как ближайшая цель, куда сейчас можно смотреть. Это что касается бренда. И буквально пару слов еще про один актив – это британская валюта, которая сейчас котируется на отметке 1.3565. Друзья, я думаю, что ждем восстановления в район 1.36, там уже покупаем с целями 1.3750. Почему такой настрой? Потому что буквально через меньше, чем через 2 недели Банк Англии проведет очередное заседание, в ходе которого точно повысит процентную ставку. Все эти отчеты, которые мы получаем последние 2 недели, указывают на то, что ставку можно поднять, и не будет никаких рисков для экономики в плане рецессии и так далее. И фунт в этой связи может стать очень неплохим рисковым инструментом среди рынков, активов рынка Форекс, который также может показать позитивную динамику. Александр, вот на этих инструментах я сегодня остановлюсь, поэтому слово тебе передаю. Я подхвачу тебя, и, конечно же, мне интересно будет рассмотреть нефть. Я сейчас включу демонстрацию экрана. Давай. Почему? Потому что это один из немногих инструментов в данном случае на российском рынке, на мировом рынке, который не подвержен такой высокой волатильности, как другие инструменты. Я коротко покажу. И это тот инструмент, да, наши цены на твоем рынке, на моем отличаются немножко. На текущий момент цена составляет 98.20 по нефти марки Brent на российском рынке. И это тот инструмент, который продолжает двигаться по тренду, по уверенному тренду, начало которому было положено еще в декабре месяце. Как вы видите, у нас постоянное сохранение растущей тенденции. Все малейшие заливы, которые возникают по инструменту, и проливы, там хвосты, образуются за счет того, что возникают снова покупки. То есть продажи не наступают по данному инструменту, и никто не подхватывает их, а наоборот, спрос увеличивается за счет возможного
возможной попытки получить лучшую цену для покупки. Соответственно, мы видим на сегодняшний момент уже 98.50, и я не исключаю, что психологическая отметка в $100 будет взята в кратчайшие сроки на фоне геополитической ситуации в мире, и, соответственно, как бы нефть очень хорошо то, что она живет своей жизнью, у нее свой технический анализ, у нее своя волатильность. Да, эта волатильность немножко увеличилась, на текущий момент составляет более $3, но, тем не менее, говорить о текущем входе в данный инструмент я пока не вижу точки входа за счет того, что мы уже улетели чуть-чуть повыше, да, точка была там в районе 7:30-8 утра, может быть даже в районе там 9, но на текущий момент нету точки входа, уже пошло движение, поэтому брать нефть нецелесообразно, лучше дождаться какого-то отката либо завтрашней торговой сессии. Угу. Это один из тех инструментов, который действительно интересен в плане придерживания своей стратегии и рисков, потому что если я вам переключу и покажу РТС, который был на вчерашней сессии, обратите внимание, со 110 тысяч на 120 тысяч за две палки. 10 тысяч пунктов только в двух свечах. Как можно выдержать эти риски, если вдруг это пойдет не в твою сторону? Поэтому здесь волатильность повышенная. Тот же Газпром, который упал очень-очень резко, да, он готовился к этому снижению, потому что шло по линии тренда под ней, прошу прощения, и, соответственно, выход из треугольника дал направление. Сбербанк точно так же потерял очень много своей стоимости. Если вы обратите внимание, то на текущий момент потери составляют 55%. Да, это с октября месяца 55% снижения по инструментам. Рынок очень сильно волатилен, я не исключаю того факта, что инвесторы начинают покидать инструменты российского рынка и выходить в позицию кэш, либо перекладываться в более долгосрочные и защитные активы, которым также может являться действительно золото. Мой график отличается от твоего кардинально, потому что вчера на вечерней сессии там был всплеск волатильности и хвосты, но тем не менее нам удалось сделать перехай и продолжили движение. Скорее всего, это движение будет продолжаться до уровня 1950, потому что мы не делали перелом по золоту ранее, там в районе 1780, не сделали 1790 перелом, сделали перехай 1877, и, соответственно, сейчас мы направляемся где-то в зону 1950. Я, как небольшой любитель золота, вижу в нем, да, действительно небольшую еще перспективу, но, тем не менее, она сохраняет растущую тенденцию. Говоря и выделяя какие-то другие инструменты, это пара доллар-рубль, которая, в принципе, выглядела неплохо, да, мы видим, что рубль, скорее всего, будет терять свои позиции на фоне того, что будет происходить в мире, и я не исключаю такой возможности, что в будущем мы увидим какие-то ключевые отметки в районе 82-84 тысяч по паре доллар-рубль. Вот. На текущий момент нам не удается пробить на дневном графике зону 81.5-81.400. Если нам удастся ее пробить, то, соответственно, я бы рекомендовал смотреть инструмент дальше в лонг. Вот, с целями 82-84 тысячи. Что касается криптовалютного рынка, тут, как я люблю говорить, полетела бомба, и оторвись на полную называется. Все выглядит, ну, я не скажу, что критично, но пока очень печально. Тот выкуп, который произошел, он был нивелирован буквально за одну неделю всеми продажами, которые вновь наступили, и есть предпосылки все-таки движения инструмента в район 30 тысяч, где будет, скорее всего, уже более существенная остановка и набор позиций крупными игроками. Это же самое касается по эфиру, который также может снижаться и так далее. Все инструменты теряют свои стоимости, нельзя выделить даже ни один, который может просто показать какую-то доходность вот в кратчайшие сроки. Если есть возможность оставаться в позиции кэш, лучше сохранять эти деньги для того, чтобы купить чуть-чуть ниже, но уже затариться по более интересным ценам, посидеть там хотя бы 2-3 недели и заработать каких-то там 30-40% с этого же движения. А вот, ну и если есть любители, у нас любители в чате футбола, я просто дам бесплатную фишку, которую можно использовать. Fanzone.io, application.fanzone.io. Вам достаточно ввести email, получить код на почту, подтвердить,
И после того, как вы ведете свои данные, там появится вот такой вот пак из 5 картинок, которые сразу же можно продать на этом сайте. Сразу же. Вам ничего делать не надо, платить ничего не надо. Вам достанутся там либо гандбольные, либо футбольные, либо баскетбольные картинки, которые типа в виде NFT можно продавать сразу на этом сайте. Это как абсолютно вообще такой бонусный шаг с моей стороны, потому что это абсолютно бесплатно, оно никаких вложений силовых, физических, либо моральных не требует. Mm-hmm. Вот такие вот у нас есть предложения на текущий момент. Очень тяжело торговать. Связано это с тем, конечно же, что сейчас происходит в мире. Но волатильность, как Артем уже сказал ранее, волатильность достаточно высокая. И для спекулянтов, которые любят торговать внутри дня, это очень хороший шанс для того, чтобы заработать. Да, согласен с тобой, Александр. Ну что ж, спасибо тебе за твои сделки, торговые идеи, за рекомендации, наблюдения по рынку. Мы, соответственно, с Александром будем держать вас в курсе, друзья. Вместе держим руку на пульсе и, соответственно, следим за новостным фоном. Следующая встреча уже через неделю. Я очень надеюсь, что все-таки позитив вернется на рынке и, соответственно, у нас будет возможность сфокусироваться на более привычных, фундаментальных факторах, нежели чем каких-то геополитических рисках, потому что это всегда неприятная тема, и хочется работать с рынком в его лучшем проявлении, то есть исходя из рыночных факторов роста либо снижения. Александр, я уверен, что ты тоже остаешься оптимистом, как и всегда. Я. Это правильная позиция, считать, что стакан наполовину полон, нежели чем пуст. И на этой ноте, все-таки на позитивной ноте, я предлагаю сегодня закончить. Спасибо. И пожелать, конечно же, пожелать ребятам осторожной торговли, успехов и прибыльных сделок. Это самое главное. Увидимся на следующей неделе. Спасибо, Артем. До встречи. Спасибо. Увидимся. Счастливо. Пока.